Я буду основываться на одном китайском поэте, чуть-чуть расскажу, собственно, о том, как это в теории китайского стиха, и этот поэт Ду Фу. Ну, обращение к Ду Фу у меня не случайно, потому что я сама переводила Ду Фу в течение 7 лет, и вот вышла книжка, собственно, Ду Фу в моем переводе, поэтому я буду основываться, те переводы, которые даны, это вот мои переводы Ду Фу. Так. Надо сказать, что вот Шаншу, наверное, несколько таких вещей сначала скажу, само собой разумеющихся, но тем не менее надо их проговорить, что Шаншу, пейзаж по-китайски, он, собственно, расшифровывается как горы и воды. То есть эта вот характерная пара может появляться в разных вариантах и восприниматься и как единое, то есть пониматься как пейзаж, как природа, и как взаимодействующая оппозиция. Вот эта вот пара, вот Шаншу, вот этот вот иероглиф, здесь он дан в каллиграфии, первый иероглиф – гора, и второй иероглиф, соответственно, вода. Вот это кусочек из стихотворения Ду Фу, которое называется «Хоутоу», то есть «Повторное путешествие», и мы видим, что в третьей строчке горы и реки, они выделены красным, горы и реки живут ожиданием моим, но в принципе здесь эквисилабический принцип в переводе, то есть два слова, но можно было бы перевести это как «природа». И если посмотреть в целом на соотношение, графическое соотношение воды и камня в корпусе стихов Ду Фу, то воды больше, чем камня. И вода чаще выступает в виде ключа. Вот то, что мы видим в первом иероглифе, наверное, да, вот в первом, ой, мамочка, нет, это уже нужно, вот в первом иероглифе, это ключ, да, воды, то есть это вот то, что мы видели сначала, это иероглиф воды, а вот эти вот три капельки, это ключ воды, который задает как бы идеограмму воды. Так вот, таких идеограмм больше, чем идеограмм камня, и она часто выносится, ключ воды часто выносится в заглавие стихов, например, там, глядя на воду, освобождая сердце, весенние воды и так далее, то есть появляется регулярно вода в названии стихов. И это не считая дождя. Дождь может быть вообще отдельной темой. То есть иероглиф дождя, он отдельный, и он тоже может выступать как ключ. В своем докладе я остановлюсь скорее на камне, сделаю акцент на камне, вот это иероглиф камня. Камень иной, как вы видите, иероглиф, чем иероглиф воды. И камень, в отличие от воды, не входит в те самые пять элементов, то есть вода – это первый из пяти элементов классических, камень не входит. Поэтому он, возможно, не настолько связан с символическими отношениями, он более свободен в сочетаниях. Камень, хотя соотносится с горой, но это самостоятельный иероглиф и самостоятельная сущность. То есть, при первом приближении разница такая. То есть, если горы стоят неподвижно, то камень сравнительно подвижен. Тем не менее, вот в стихотворениях вертикальная пара, оппозиция, может формироваться как водой и горой, так вот в сходных позициях и водой, и камнем. Вот здесь мы видим красным выделены вертикальные связи, которые очень характерны, что вот в стихотворении вода стоит под горой, а дальше то же самое ключами. То есть дальше, если вы увидите в третьей строчке наверху иероглиф горы и иероглиф и ключ, ключ тоже воды в четвертой строчке, вот стоит после. Это стихотворение «Ночь в павильоне у реки», которое вот демонстрирует это классическое построение, когда сначала иероглифы стоят друг под другом, как и большие иероглифы, то есть привлекая внимание, становясь композиционным центром стихотворения, а затем выступают в роли ключей. И как мы видим, что часто иероглифы возникают в вертикальном построении, то есть эта оппозиция возникает в вертикальном построении текста, но может возникать и в горизонтальном построении. Вот
таким образом, как, да, это вот мы видели в вертикальном, да, вот как, что у нас было вот эти иероглифы, и вот, может быть, в горизонтальном, как мы видим, что здесь от берега к берегу, это берег к берегу, это центральные два иероглифа с «ань», то есть это с ключом горы наверху, и они появляются как бы в обрамлении двух вод, вот это целая картинка, две горы в обрамлении двух вод. То есть это ключи воды к иероглифам «поток» и «глубина». Ну вот в русском языке, естественно, нет возможности передать ключи, но каким-то образом можно подчеркнуть тему, усилив в переводе элемент воды. И вот мы видим, как это усилено в переводе, то есть вот три слова содержат какую-то семантику воды, глубже потоки вод, то есть вот усиливается в данном случае чисто лексически тема воды. Ну вот если ритм воды задан не целыми иероглифами, а ключами, возникает вопрос, насколько ясна вот эта концептуализация ключей для читателя, китайского читателя. И вот здесь вот возникает своеобразный парадокс, что вот вы, ну, наверное, в основном не знающий китайский язык, для иностранного читателя этот ритм даже виднее, чем для носителя языка. То есть мы вычленяем эти элементы, ключи, наверное, с большей легкостью. И этот графический ритм может восприниматься не обязательно на сознательном уровне. И в русском языке в этом смысле практически полным аналогом может выступать анаграмма, которая работает как графически, так и через звучание. И вот с другой стороны, вот в китайском варианте подобие и графический ритм может быть усилен каллиграфией. То есть если вот то же самое написать от руки, то мы можем усилить тему воды. Вот здесь, например, стихотворение «На краю неба, думаю о Либо», где мы видим, что в первых трех строчках красным выделены иероглифы. Первые иероглифы – это все даны с ключом воды, а потом в четвертом строчке вода появляется уже как полный иероглиф. Но вот в русском языке получается, что мы можем относительно компенсировать это анаграммой, то есть сделать тему воды как тему ВД и потом сделать выход на ВЕ, то есть весть о тебе, гусь дикий, когда прокричит, ведь осенью реки полны водой, видных поэтов не всегда достигает судьба. Ну и даже подчеркнуто это ветром там и так далее. Да. Вот посмотрим еще одно стихотворение. Это кусочек из очень известного цикла Дуфу «Осенние мысли». Это второе стихотворение, которое очень хорошо иллюстрирует ту тему, и в том числе и графическую, и визуальную тему. То есть надо понимать, что графика текста всегда проецируется на, собственно, графику, чисто живописную графику у Дуфу. И это взаимопроникновение воды и камня. Ну вот, прочтем эти две строчки по-русски хотя бы. «Тут гляди по камням луна, цветущим плющом львется, и уже отводя отражение на отмель, камыши освещая метелки». Казалось бы, ну, один раз только тема камня. Здесь вот видно, задана она большим иероглифом камня, который вы, наверное, уже узнаете, да, вот красный иероглиф, да, это камень. И в этом стихотворении, как во многих последующих циклах, действие разворачивается одновременно в двух временных и пространственных планах. То есть это прошлое в Чанане, столице, где жил Дуфу и где он был при дворе, и настоящее в Куйчжоу, это южная провинция, где он как бы влачит свою старость. В последних двух строчках лунный свет показывает ход времени. Сначала он как будто вьется по цветущему плющу на камнях. Это было в прошлом, в Чанане. Плющ весь цветет в конце весны, а затем уже в день
дикой местности вокруг Куйчжоу по отмели, потому что сухие метелки камышей – это уже признак осени. То есть здесь комментаторы посвятили этим двум строчкам огромные тома, пытаясь понять, каким образом это цветение и каким образом эти два растения совмещены, то есть они не могут быть в одно время, и оказывается, что это действительно намеренный анахронизм, то есть первая строчка относится к одному временному плану, а вторая к другому. Ну что, в общем-то, характерно и для китайской живописи, где очень часто совмещаются два плана. Камень представлен отдельным иероглифом. Вот камень, а вот под камнем уже отмель представлена иероглифом с ключом «вода». Вот, и дальше, почему вьющийся плющ? Вот, оказывается, на самом деле есть только камень, а плющ существует только в воображении. То есть ключ получается, потому что это грани камня. И грани очень важны в китайской живописи, и камень всегда выступает как многогранник. Грани дают возможность принятия лунного света. Именно потому, что камень, вот здесь вот очень важно, как осуществляется это взаимопроникновение, потому что камень многогранный, то есть именно это начало ян многогранное, может принимать свет, то есть иньское начало. Если бы камень был темный, шершавый, то он бы поглощал свет. Грани скал дают понимание, почему камень ясный, четкий. Он светится, как осколок стекла при свете луны. Вот такой образ камня, камешков, принимающий лунный свет, есть в русской поэзии. Вспомним Лермонтовское «Сквозь туман кремнистый путь блестит». Он блестит именно потому, что он кремнистый, потому что это камни граненые, потому что это осколки. И поэтому камни, вот горы и камни, изображаются в китайской живописи всегда во вьющихся гранях. Вот эта вот тема вьющейся грани, она и осуществляет взаимопроникновение этих начал, которые мы видим здесь. То есть начало янского и иньского, ну а в данном случае даже начало воды и камня. Камень связан с прошлым, со столицей. Вот мы, я еще вернусь к тому, почему именно камень связан с прошлым. Камень уводит вглубь. Камень – это как бы проступание, собирание во времени и пространстве, которое оказывается ясным. Ясным именно потому, что оно какое-то структурированное и граненое. В воде, наоборот, происходит некое рассыпание, во второй строчке растрачивание, как возвращение. То есть отмель в воде в этом стихотворении – знак возвращения в настоящем. Ну вот здесь два слова о переводе, что, конечно, можно поставить задачу достичь некой пластичности частей речи, подобной тому, как это происходит в китайском корневом языке. И в этом смысле русский творительный падеж с цветущим плющом осуществляет попытку существительную превратиться в глагол. Существительное как бы притворяется глаголом или претворяется в глагол. И вот дает эту метаморфозу. Метаморфозу света в камень или наоборот. Переводы Дуфу позволяют выявить те вот смыслы взаимосвязи воды и камня и те особенности их концептуализации, которые отсутствуют, безусловно, в русском или славянском мышлении, и нужна ли их компенсация в переводе. Вот, мне кажется, что представляется возможным оставить вот подобные сегменты текста странными, не переводя их на понятный концептуальный язык, даже если смысл ускользает при первом прочтении. Китайская поэзия никогда не переходит в однозначно символический план, она всегда фактурна, точнее изобразительна и фактурна, что, однако, не противоречит концептуализации, причем часто эта концептуализация намеренно неоднозначна. Здесь сейчас я обращусь к тексту гораздо более древнему, чем Дуфу, это текст Уэнфу, трактат о словесности, или иногда переводится как «Ода словесности литературы». Это трактат Лудзы, это конец III, начало IV века нашей эры, написанный в жанре фу, то есть ритмической прозы, за 500 лет написанный до Дуфу. Ну вот буквальный перевод этих строчек следующий. «Камень, гора сверкает, когда в ее скалах есть яшма. Вода чарует, когда ее поток несет жемчуг». Здесь весь текст о слове, о словесности представлен как диалектика воды и камня. В первой строчке даны три простые иероглифа, то есть это
первый иероглиф, вы уже знаете, это иероглиф камня, да? Второй, последний иероглиф, это иероглиф горы, и между ними это иероглиф яшмы, юй. То есть иероглиф яшмы. И во второй строчке под ними, под горой стоит вода, под камнем стоит поток, и под яшмой стоит жемчуг, тоже юй. И в данном случае о чем идет речь, вот, учитывая, что это трактат о литературе. Комментаторы подчеркивают, что и яшма граненая, квадратная, и жемчуг круглый – символы плодородия и изобилия, что может интерпретироваться так, что изолированные красоты создавляют богатство текста, просвечивают всю свою красоту всего текста. То есть речь идет о соотношении целого и слова или части в художественном тексте, в поэзии прежде всего. Интересно, что концепт «язык» в его варианте вот «хо цао» – это, собственно, водоросли. То есть водоросли или красивые водные растения. Он соотносится со значением водных растений, потому что они изящные, тонкие, поэтому, значит, утонченный, элегантный стиль стиха. Причем это словарное значение, то есть это может значить и то, и другое. То есть это и риторический стиль, и значение водных растений. Это просто к слову. Здесь графика нужна, чтобы обеспечить некое подобие, которое одновременно является и неким взаимным проникновением или дополнением. Вот изначально это может осуществляться как парами иероглиф-иероглиф, ключ-ключ. И вот надо сказать, что в теории и практике вот это вот ключ-ключ или иероглиф-иероглиф, да, вот в теории и практике китайской живописи в руководствах написано, что один большой камень всегда в окружении малых камней. То есть камень часто один, большой, огромный, и это отражается в иероглифах. Он сопровождается тоже малыми камнями. То есть мы видим здесь, как большой камень тут же проявляется в части иероглифа, причем это может быть либо ключ, либо некоторые часть иероглифа, как его элемент. То есть это, кроме ключей, появляются некие скрытые, спрятанные камни, которые воздействуют чисто визуально, когда иероглифы оказываются подобными друг другу еще до соотнесения с семантикой. То есть визуальная семантика как бы предшествует концептуальной. Ну, в европейских тоже языках может это относительно достигаться анаграммы или некой там неравносложной рифмы, например, пики, потоки, но, конечно, это все равно не настолько выражено. И это взаимопроникновение камней воды, горы воды в живописном плане осуществляется в монохромной живописи. То есть идеация лучше ощутима не в цветной живописи, учитывая, что цвет воспринимается в китайской живописи как нечто вульгарное. И заметим, что камень и вода не просто взаимодополняемые, но и взаимообращаемые. То есть камень изначально был жидким, осадочной породы, затем снова может им стать и так далее. В Китае ценились причудливые валуны с множеством отверстий. Такими были группы камней в китайском саду. Вот и самое известное – это божественные камни со дня озера Тайху. Это любопытно здесь соотношение именно вмешательства человека. В какой-то степени это даже соотносится с тем докладом Вячеслава Васильевича Ивана, который мы слушали вчера. То есть камни сначала обработаны каменотесами, а затем опущены в озеро и подвержены природному действию воды. То есть человек вмешивается, а затем уже, то есть он как бы корректирует природу, а затем природа делает свое дело. То есть это уже следующий шаг, наверное, после статуи. То есть считается, что камни, полученные при помощи взаимодействия воды и камня, похожи на священную каллиграфию даосов. Таким образом, соединение воды и камня дает одновременно выход в текст, в каллиграфию. Ну вот в этом стихотворении трактата, который мы видели, нам интересно и другое, что яшма, вот иероглиф юй центральный, да, явно относится к полю яна, а жемчуг, который стоит под ними, к полю ини. Яшма, камень жизни, сохраняет нетленность тела, препятствует его разложению. Жемчуг обеспечивает новое рождение. И вот этот бином яшмы и жемчуга использовался в китайской культуре для обеспечения сохранности тел умерших.
Поэтому в данном случае это может относиться, хотя это прямо не прочитывается, если мы берем линейное прочтение текста, но если мы берем вертикальное прочтение, то есть мы видим жемчуг, который стоит под яшмой, и жемчуг, который относится к воде, стоит под яшмой, который, соответственно, относится к камню, мы можем это прочитывать и как отношение к бессмертию текста. То есть текст тогда бессмертен, становится бессмертен, когда в нем сверкают там малые части и так далее. То есть мы можем прочесть вот это вертикальное взаимодействие таким образом. То есть в этом тексте нефрит обеспечивает сохранность прошлого, сохранность воспоминаний, а жемчуг и стихии воды – рождение нового, новой мысли, нового образа. Вот если вернуться к строчкам Дуфу из второго стихотворения «Осенние мысли», вот которое у нас было, да, то это утверждение тоже может быть соотносимо с образами вьющегося плюща по камням, который вот обеспечивает прошлое, и отмели настоящего рождения с другой стороны. Еще раз вернемся к стихотворению, только уже в полном варианте, «На краю неба думаю о любой». Но здесь обращу ваше внимание на другие иероглифы, которые выделены во второй строчке. Вот здесь холодным днем думаю я о чем, да? Во второй строчке первые два иероглифа – это дюньцзы, то есть это благородный муж. Казалось бы, здесь камня нет, то есть он весь в окружении воды, которую мы уже с вами рассматривали, сверху и внизу у него под благородным мужем вода. Где же тут камень? Знака камня нет даже в ключе, однако это есть, здесь есть спрятанный камень. Вот я постаралась показать в каллиграфии, как это получается. То есть вот здесь мы можем увидеть в дюньцзе спрятанный камень, да, то есть вот это вот первый иероглиф дюнь, второй иероглиф, если мы прочтем, и мы увидим камень, и дальше вот мы просто это сам камень. То есть благородный муж, он же поэт, он же я. Поэт здесь прежде всего имеет в виду себя, но китайский иероглиф не маркирует однозначно число, и это чрезвычайно удобно в поэзии, потому что позволяет совместить личное я поэт и поэт ты, поэт ты, в данном случае обращение к Либо. Но камень все-таки в данном случае говорит о том, что он соотносится каким-то образом с я. В камне заложены ассоциативные подобия, безусловно, там человеческая голова, то, что вызывает знакомые сюжеты. Но вот сравнительная подвижность камня и его антропоморфность можно в китайской культуре проиллюстрировать на уже более позднем гораздо романе, который вышел через 1000 лет после поэзии Дуфу. Это известный всем роман «Сон в красном тереме». Герой этого романа – камень, который реинкарнировался в человека. И второе название этого романа – это, собственно, «Шитоуди», то есть «Записки о камне». Его герой Бао Юй – это драгоценный нефрит, яшма, который обронила богиня Нойва, и камень взвалился даосскому монаху, чтобы тот взял его с собой, посмотреть на мир, будучи в человеческом обличии, узнать людей. И важно то, что это яшма, то есть это именно камень, не гора. Камень мыслится очень подвижно, и даже размеры его постоянно меняются. То есть в романе он постоянно становится то маленькой яшмой, то вырастает в какой-то огромный камень чуть ли не до космических размеров. И камень там тоже существует в окружении других камней, то есть камень и одинок, и принадлежит некому множеству. Ну вот в этом стихотворении, о котором шла речь, вот стихотворение Либо, это здесь... Речь идет о том, что Либо сослан в отдаленный район и оклеветан, лишен чинов, и дальше он сопоставляется с большим поэтом Тююэнем, который бросился в реку Милуо, и вот здесь вот, видите, кончается все тем, что река, по легенде вот поэта Тююэня, долго изводил дух дракона реки Милуо, который не давал ему коснуться
жертвенных кушаний, предлагавшихся душе усопщего. И вот здесь камень в начале стихотворения, он дает некое одиночество, одиночество и я, Дуфу, и это может быть еще раз обращено и к Либон, а в конце река Мело, некоторая связь, соединение, но это там вот в конце очень много иероглифов воды, и эта связь может быть даже опасным, опасной связью, то есть не она связь, но она, тем не менее, может быть опасной. Вот следующее стихотворение, это «Из западного покоя смотрю на дождь». Я хотела на нем проиллюстрировать то многообразие связей, и графических связей, которые, к сожалению, нам не дает программы закрасить два раза одни и те же элементы, но если вы увидите, то они связаны не только теми красными, зелеными или синими линиями, которые я связала, но могут быть связаны и между друг другом. Ну вот чуть-чуть попробуем это объяснить. Почему из западного покоя? Кабинет ученого или чиновника должен был находиться на западе, чтобы ученый или чиновник мог созерцать закат солнца. И вот у нас здесь есть целый ряд соответствий воды и камня. Вторая строчка, первый иероглиф, это уже знакомый вам иероглиф горы, и четвертый иероглиф камня. Вот горизонтальное, линейное соответствие, вертикальное соответствие. Во второй строчке иероглиф вода, иероглиф камень, в четвертой строчке под ним ключ вода. Дальше у нас подряд идут горизонтальный горный поток, предшествует камню и так далее. Да? В четвертой строчке тоже большой камень предваряется двумя иероглифами воды. В первой строчке ключ воды появляется в окружении зеленым, да, двух дождей. Весь второй ряд, второй вертикальный ряд, если взять второй вертикальный ряд, он весь проходит под знаком воды. Сначала дождь и потом два ключа воды. И кроме того, очень интересное соответствие, это вторая строчка иероглиф горы и третья строчка, последний иероглиф, и это иероглиф чху, выходить. Непосредственно он не относится ни к полю горы, ни к полю воды. Но вот вы видите, что это, собственно, зрительно, это диагональ, то есть это иероглиф горы соотносится с идеей чху, то есть выходить, проходить, то есть он ей как бы противопоставлен, и это выход, он как будто составлен и из двух гор. Первый катрен, весь этот первый катрен можно воспринимать просто как некоторую картину, ключевыми знаками, которые являются большие иероглифы горы, воды, камня, выхода, которые поддержаны разнообразными элементами и их сложными пространственными отношениями в тексте. Ну, конечно, передать такую картину в переводе уже не представляется возможным. Однако... Да, в русском варианте важно поставить ключевые слова в сильные позиции текста. Так, тогда я буквально какие-то, наверное, общие вещи расскажу. Про песок камень, что камень ребристость камня. И очень интересные вторые иероглифы, которые третий и четвертый строк, они оба с водой. Первый обозначает добавлять, как доливать, а второй убавлять, то есть как убывающая ряда, вода. То есть там, здесь и там речь идет о прояснении, проявлении. И это прояснение может осуществляться двумя способами. Либо путем добавления в поле воды, и появляется тропинка, она как бы прорастает, или путем убавления, убирания лишней мути, и тогда уже вода попадает в поле камня. Вот в этом стихотворении как нельзя лучше видна похожесть воды и камня. Особенно интересен центральный вертикальный ряд. Вот здесь я представила в своей каллиграфии это стихотворение уже, да. И центральный вертикальный ряд, вот он, я его не... Вот он сделан так, и в каллиграфии. То есть видны еще диагонали, которые
пронизывает все стихотворение, то есть обеспечивая это взаимопроникновение. Ну вот здесь дальше, конечно, очень интересное стихотворение «Бездонное озеро», которое, может быть, по нему можно сделать даже отдельный доклад. Вот чуть-чуть я его прокручу. Интересная тема облака. Облако как раз обеспечивает соединение воды и камня. Оно похоже и на, оно и проницаемо, и похоже на камень одновременно. То есть вот даже в китайской живописи говорится, что облако стоит где-то в руководстве по китайской живописи между водой и камнем. И очень интересные тоже образы, которые, собственно, не камень, но тем не менее могут мыслиться как камень. Это длинные мхи шатрами спущены сверху, окаменелых стволов, точно знамен стена и так далее. Вот эти окаменелые стволы на самом деле это никакие не деревья, хотя в китайском варианте это, собственно, ханьму, это морозное дерево. И по-русски я усилила этот момент камня, потому что на самом деле вот что это такое. То есть это никаких деревьев там нет, это тот самый каменный лес. То есть это камни, которые могут восприниматься и как подобие дерева. Ну вот дальше такая некая происходит борьба между водой и камнем. Борьба, она же и подобие. Так, это у нас про облако. Ну и, наверное, сказать, что камень больше, чем вода, задействован в сюжете, потому что связан с прошлым. И здесь очень важно, что прошлое в китайском уходит наверх, то есть он связан с высотой или отступает назад. А вода, бездна, будущее всегда под ногами. И вот субъект стихотворения уже реконструируется на основе этих пространственных отношений, которые у Дуфу выражены прежде всего графически и в материи текста, а потом уже могут или не могут выступать как символы и аллегории. Ну, наверное, на этом я закончу, хотя тема, конечно, она настолько хороша. Когда я услышала про эту конференцию, то я подумала, вот Дуфу нам все и расскажет про взаимосвязи. Спасибо большое.